Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня 26 августа 2023 года. И, как всегда, с вами Галина Латинкова. Хотелось провести и показать вам дегустацию персика Харнас. Это эксклюзивный просто материал, персик, который относится к одним из самых лучших десертных сортов канадской селекции. Великолепный персик, крупноплодный. Один из персиков завесил у нас 174 грамма. Вот мы его фотографировали. Вот. А сейчас мы проведем апробирование самого маленького персика. Проведем дегустацию. Персик, основной покров, окраска кожицы желтая, с мраморными включениями, либо ровная окраска красного цвета. Форма шарообразная, очень хорошо висит на плодоножке и тяжело срывается, то есть длительное не осыпание плодов. Это тоже такой очень хороший признак. Транспортабельный и очень вкусный. Вот сейчас приступаем к дегустации. Режется очень хорошо, легко отделяется. Вот. Показываем вам мякоть. Желтая, светло-желтая мякоть. Очень сочная на вид. Косточка хорошо отделяется. Довольно-таки крупная косточка. Сейчас мы ее вытащим. Вот такая косточка у этого персика. Куст молодой, трехлетний. Первичное плодоношение. Плоды не нормировались, то есть не убирались плоды. Вот. То, что завязалось на кусте, то вам и показываем. Я надеюсь, что будут еще более крупные плоды в дальнейшем. Куст наберет силу, и все будет замечательно. Вот режем по частям. Прямо режется, как по маслу. Очень хорошо режется. Сок выделяется. Очень выраженный аромат персика. Несмотря на то, что этот еще не совсем дозревший персик, еще немножечко присутствует зелень. Ну и сейчас попробуем. Ну, очень вкусно. Как-то купили на рынке покупной персик. Ну, каша кашей. Никакого сравнения с нашими уральскими персиками. Хоть они канадской селекции. Успехов вам в ваших трудах. Чтоб все получалось. Все складывалось. Все благоухало и плодоносило. И создавайте на своем участке маленький рай на этой земле. Всего доброго. До новых встреч. С вами Галина Латинкова.